И она называется седан двухместный. Лада седан, Баклажан. баклажан. Я слышу музыку. Да, сосед там горлопанит на гитаре. Игорюшины игруши. Привет, ребята! Вы на канале Игорюшины игруши. Сегодня мы открываем Хиро. Но не простого, а черно-белого, потому что у нас раньше был цветной. Да, давай покажем ребятам быстрее. Вот такой вот Хиро. Он черно-белый. Найди-ка мне цветного, давай покажем его. Вот. Вот он, да? Ну давай. Вот такой у нас был раньше. Да, мы не встречали черно-белого, а теперь черно-белый. Давай быстрее откроем, и у Хиро, как и у Гордона, появится дублер. На. Вот он, эй, доставай его скорей. Я его готов держать и ребятам показать. Ну что, рассказывай, кто у него друг-то? У него друг с зеленым. У него не такой шлем, как у этого. Как это? Потому что у него зеленый, а у него черный. Так давай же вступай в нашу команду, мой младший брат! Ребята, вы знаете, сегодня такой был отличный день у меня, я спал хорошо. Да? Да, у меня в депо были отличные сны. Мне шоколадки починились и слоники. Ну а Хиро тут ты по-настоящему открыл? Да. Ну давай, покажем его поближе. Так, вот такой у нас вот Хиро новенький, да? Колеса проверяем. Вот так, с тендером для угля. И вот такой у нас был. В принципе, разницы нету, только в расцветке, да? А я секрет тебе расскажу. Я нашел одну машинку зеленую. И она называется седан двухместный. Лада седан, баклажан. Я нашел четырехместный, трехместный седан, который врезался в гору. Круто. Вот такой вот у нас паровозик добавился к нашей немаленькой коллекции, да? Ну ребята, ну на сегодня все. Я ухожу, и мы будем снимать машинки. Да, следующая серия у нас будет про машинки. Вот такие вот дела, вот такие паровозики у нас. Не нашли еще Дэша, мы, может быть, найдем, покажем. Остальных я даже не знаю, как мы будем искать. Что-то их уже и нету нигде. Когда будут еще следующие паровозики, мы прям вот и не знаем. Я слышу музыку. Да, сосед там горлопанит на гитаре. Горлопанит. Ну что, будем прощаться? Да. До новых выпусков, друзья. Пока-пока, ребята. Это был черно-белый Хиро. Пока, ребята. Пока. Выбирай любую. И подписывайся на канал Игорюшины игруши.